Ну что, поехали по меду, посмотрим, что у нас происходит, значит, творится. Погнали. Так, интересно, сразу же дверей нету, все четко. О! О, нифига пацаны, там народу. Че, поснайперим? Против кого мы снайперить решили, ребята? Просто три на базе сразу встали стреляться. Ребята, это ошибка полная. Двери вырезали, к сожалению, в этой игре. Если вы не знали, новое обновление CSGO. Так, вычисляем каждую стеночку. Так вот, выходим, никого. Значит, он на гусе. Угу. Что это за позиция? Что это такое? Я просто смотрю ему в лицо. Оп. Оп. Что? Это что сейчас было вообще? Ну что, друзья, всем привет! Как вы уже, наверное, поняли, сегодня вас ждет очень угарный видос. На днях нашли новый баг, с помощью которого можно убирать все двери и некоторые текстуры на Dust 2. Баг очень жесткий и нашел его Волсис. Ссылочка на него, конечно же, будет в описании. Как провернуть сам баг, я расскажу немного позже. А сейчас давайте посмотрим, что он из себя представляет и что с ним можно вытворять. Что ж, присаживайтесь поудобнее и, конечно же, лепите лайк. А мы начинаем! Ну что, поехали по меду, посмотрим. Что у нас происходит, значит, творится. Погнали. Так, интересно, сразу же дверей нету, все четко. О, о, нифига пацаны, там народу. Че, поснайперим? Против кого мы снайперить решили, ребята? Просто три на базе сразу встали стреляться. Ребята, это ошибка полная. Двери вырезали, к сожалению, в этой игре. Если вы не знали, новое обновление CSGO. Так, о, кто-то в лангу еще был, да? Проходу. Тут я никого не вижу. Оп, о, ну-ка проверим. Так, тут не простреливается. А вот тут уже есть. Да тут уже дверей просто нет и стен. Но информацию по нему собрал. Да слушайте, пацаны, баг интересный, конечно. Очень интересный. Ну-ка, пацаны, хотите повторить ошибку? О, один хочет. Пацан повторил про свои ошибки. А ты куда побежал, брат? На мид вход закрыт. Тут уж, пацаны, извиняйте. Я, короче, буду бы держать. Ни хрена себе держать. Ты как его держишь? Да я вот стою тут, смотрю. Нормальная картина, тут вообще-то стена. А, я буду Б держать. На респе, давай, забирай их. А, на респе, ну погодите-ка. О, никого... а, есть один, да. Есть один, да. Подошел на повторный, так сказать, репик. Лонг. О, здорово. Бля, ну это жесть, ладно, пацаны, я думаю, что пацаны достаточно получили для первой игры. Мне кажется, хватит с них на этом. Просто... Я понял, на что ты намекаешь. На этом все. Они просто так бомбят в чате уже, там сколько сообщений. Найс хак, бро, найс. Ладно, с ребят хватит. Такая разминка и ханус. Ай-ай-ай-ай! Что такое, Никита? Проблема какие-то? Подождите. Да, больно. Проблема с доступом к лангу? О, здравствуйте, молодой мажорчик, а вы что тут сидите в такой рубашке красивой? Он просто стрелять начал на припе куда-то. Но мажорчик получил там по заслугам, он на понтах тупо сидел там за дверьми. Так, ребята, подходите на Б. Тут у нас что? Тут все хорошо, короче. Что-то в миду происходит. Надо дефать. Двое. О, там Б. У нас под Б летят, ребята. Так, тихо. Ё-моё, мы с двух сторон, Игорь. Нас окружили. У них план перехват по пункту Б. На тебе! О, тут еще один остался. Отлично. Давай, братан. Ты у тебя получится. А, иди сюда, смотри, иди сюда. Вот сюда. Ну. Ой, блин, там видно, мне не ходи туда. Не хожу туда. Слышишь, ну-ка, подожди, проверю. Не работает. А так. Тоже не работает. Ну-ка, подвинься чуть вот туда, вправо, да, вот сюда вот. Тоже не работает. Маска страшная, смотри. Так, не, о, поближе, да. Ну-ка. Не, тоже не работает, братан. Ты правее туда иди. Он просто сидит у стены. Не надо! Успокойся. Пошел ставить. О, там видно. А, я его и тут вижу, да. Попробуй, не получится. Он что, в пленте теперь сидеть будет или что? Так, подожди, нужно вычислить. Видно было, смотри. Так, подождите. Не работает тут тоже прострел, братан. Вот такая CSGO, к сожалению. Так, подожди-ка. Ну, я знаю, где ты находишься, по крайней мере. Так что... 92 за 1! Я ему неплохо поснес. Ну, пацан вообще бессмертный, слушайте. Блин, это забавно было просто. Так, опа. Опа, ребята, не надо, пожалуйста, пощадите. Стойте, не надо. Ладно. Я тут прострельщики тренирую, пацаны, здравствуйте. А куда? Ребят, не уходите. Не уходите мимо. Пацаны, ну вы куда? Алло. Ребят, вот туда вернитесь на лонку. Вас так Игорь убьет, а я когда убивать буду? Там чуть пересмог, главное, получилось. Они просто... Я просто пробежал за дверь, и они отказались идти на лонг. Ну, понятно, и все к Игорю в ловушку пришли, вот эту прострельную. Ребят, приходите на лонг. Че вы как-то свои? Ребят, смотрите, мы на лонгу. Братишка! Да Игорь! Да Игорь! Сука, он... Блядь!
Он убил террориста, за что вообще вот прострелом он убивает? За что ты убиваешь людей? Так, здравствуйте, ребята, на Вангу. О! О, сколько вас тут, блин! Ребята, вот вам ноунзумчик такой прикольный. Так, тебе тоже, братан. Нормально. Прикольно залетело тебе, братан. Так, а где у нас? Тут у нас еще один был. А, я тебя вижу. Нормально, слушайте. В принципе, не сдвигайся особо с места. Минус 3, тут еще бомба лежит. Братан, давай, приходи к нам. Смотри, бомба. Интересно, тебе ее надо поставить. Ты знаешь, что делать. О, а вот и он, братишка. Он просто полетел в тебя, бля. А я просто смотрел на эту картину. Его просто было не остановить, бля. Лучше его было не трогать. Пацаны, вы что, на лонг, что ли, идете? Ребята, это конечное. Ладно, пацаны, это и для нас конечное, пожалуй. Я думаю, что с ребят хватит. Пришел. Я, главное, бота взял, а на боте скар лежит. И он в миду пропушил. Слушайте, нормальная тема такая. Так, вычисляем каждую стеночку. Так, вот выходим. Никого. Значит, он на гусе. Что? Что это за позиция? Что это такое? Я просто смотрю ему в лицо. Оп. Что, блядь? Это что сейчас было вообще? Это жестко. Кукли ставил просто. Подошел выбивать, блядь. Что за бред? Ну что, ребята, так сказать, из атеров свои приколы. Ой, они капец, миллиард людей на базе на нашей уже. Ага. Так, нужно срочно ставить бомбу на Б и выполняем приколы трюки. Ага, вижу одного. Минуточку. Сейчас мы его тут-то и прижучим. Они сейчас в темке, наверное, прилетят. Там в КТ. О. О. Здравствуйте. Там еще один в КТ. Еще в темке. О. Еще один, смотри, получается. Еще один идет, смотри. А еще? Да. Пацаны, во сколько? Их еще один идет. Сзади, смоук, сзади вышел. Ёппа, налево. Я доделаю работу, Влад, я доделаю. Давай, давай, давай. Попасть давай. Не могу. Помогите сейчас, Игорю сейчас, попасть. Блять, он быстрее тебя убил. Я доделаю, я доделаю. Давай, ты не туда стреляешь, долбоёб. Блять, жалко нашу команду. Команда инвалидов, блять. Ребята, ждем вас на Б. Не хотите пройти случайно? Вот чисто непонятным образом. О! О, есть. Он пробежал. Ох! Ты так толпа! Что-то. Вырубаем их понемногу. Понемножечку срубаем. Корни, так сказать, им. Пацаны, нормально вам там на танцполе танцуется? Ё-моё, просто такая толпа! Так, там еще в этой... Тачка и это. Да тут охренеть просто, тут засада полная. Там на этом... О, нифига. Слышь, ты чё, дедуля, ты посмотри, с двух ног влетел просто, бля. Чё, чуть не вынес нас. Чё ты там сидишь, а? А мы про тебя все знаем. Смотри, вот так берешь, так, оп, оп, как тебе? Ага, сидит там, сидит. Погоди, сейчас еще прикол покажем. Смотри, оп, вот так можно еще сделать. Побежал, побежал, давай, пошел. Братан, давай, беги. Прибежал к цели. Ну, неплохо. Ребята, здесь кто-нибудь есть? Пацаны. О! Здравствуйте, дядя! Давай, простреливай. У тебя получится. Давай, братан, давай, еще чуть-чуть подожми. Братишка, он убежал. Куда он? Он просто убежал с лангаунтом. Что-то на рандоме, он ничего не получилось, он ушел. Алло. Черт прошел. Здравствуйте. Давай, смотри, я потанцую здесь. Так, один раз попал, пацаны, он на перезарядку пошел. Давай, братан, даю тебе... Что это, блядь, кто это вообще, блядь, он попасть не может? Посмотри, блядь, я просто бегаю, блядь, он два раза попал за две. Пошел сзади. Ёпа, меня же другие убили быстрее. У него, походу, лагает, я не знаю. Это он, что ли, который... А, вон у него пинг, посмотрите, да, блядь, полетел, 200. Полетел. Он просто попасть не может. Я думаю, куда он постоянно стреляет, не туда. Что ж, друзья, вот такая жесткая лазейка была найдена. А как ее провернуть, вы можете посмотреть на канале у Волсиза. Ссылочка на него есть в описании. Но, конечно же, использовать этот баг я вам не советую, так как вы рискуете получить бан от патруля и потерять свой аккаунт. Что ж, ждем фикс от Valve. Я надеюсь, они пофиксят это очень быстро. Ладно, друзья, если ролик вам понравился, то, конечно же, поддержите нас лайком. И обязательно подпишитесь на канал, если еще не подписаны. У нас тут много подобной годноты выходит. А напоследок, рекомендую посмотреть наш прошлый ролик. Он тоже получился очень клевым. Что ж, а с вами был MoreGames. Всем удачи и всем до скорых встреч!